Сообщения о пожарах все чаще поступают на пульт дежурных МЧС. Очередное ЧП произошло ранним утром 19 января в Вичуге. Загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. В задымленном помещении огнеборцы обнаружили тело мужчины 1972 года рождения. Мать погибшего с признаками отравления угарным газом медики госпитализировали. Тем не менее, спасти пенсионерку не удалось. По предварительной версии, мужчина злоупотреблял спиртным. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. По этой же причине в минувшие выходные в Ивановской области произошло два пожара, на которых также погибли люди. Всего с начала года на пожарах погибло уже 12 человек. По сравнению с прошлым годом увеличение составляет более чем в два раза.